До конца года в Томилинском парке сказок появится еще одна игровая зона. Об этом сообщает городской сайт «Инфолюберцы» со ссылкой на Томилинское телевидение. Напомним, летом там открыли поляну космических первопроходцев в честь собак-космонавтов «Белки и Стрелки» и игровую площадку по мотивам сказки «Маша и Медведь». Батуты, качели и веревочные лестницы. Такой будет новая детская площадка парка сказок. Она расположится со стороны улицы Плеханова. На данный момент резиновое покрытие готовят к укладке. Основной объем работ выполнят в течение месяца, если позволят погодные условия. Обустройство игровой зоны стало возможным благодаря экономии бюджетных средств. На эти же деньги модернизируют детскую площадку во дворе дома 49 по улице Гоголя. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.